Всем привет! Я вам сегодня решил поведать историю записи альбома «Ночь» в честь 60-летия Виктора Цоя. К сожалению, воспоминаний осталось мало, но я решил вам собрать все, что есть в сети, и представить в виде отдельного ролика. Поехали! Альбом «Ночь», записанный в подпольной студии Андрея Тропила в доме юного техника. Данный альбом окончательно разрушил отношения Андрея Тропила с Виктором Цоем. Воспоминаниям самого Виктора Цоя с Андреем Тропила было работать просто невозможно. Он сводил записанный материал, как он это видел сам, и не хотел слушать ни киношников, ни Цоя. К концу зимы 1984 года у Виктора Цоя потихоньку начинает назревать трек-лист нового альбома, а 1 декабря 1984 года на сцене Ленинградского рок-клуба было представлено несколько новых песен «Видели ночь», «Звезды от Санкции», «Здесь» и «Ночь». Виктор Цой на альбоме «Ночь» играл на своей 12-струнной гитаре фабрики Луначарского. Когда гитару записали на отдельный канал, выяснилось, что гитара очень сильно выделяется на фоне всей записи, и было принято решение убрать высокие частоты. На альбоме «Ночь» Юрий Каспарян играет на своей гитаре Музима Делюкс 25К. Данная сессия – это последняя сессия с данной гитарой. Следующая сессия, которая была записана в январе 1986 года, уже записана с легендарной гитарой Yamaha. Гитара Юрия Каспаряна подзвучивается вибратором Dynacord ES-280. Данным вибратором был накручен эффект коруса, и еще данный вибратор использовался для наложения эффектов на некоторых песнях и дополнительной эквализации. На альбоме «Ночь» Юрий Каспарян еще выполнял функции клавишника. Одолжив у Сергея Курюхина синтезатор Yamaha DX100, он отыграл клавишные партии на некоторых песнях. На альбоме «Ночь» на ударных играет Георгий Гурьянов. Еще во время записи использовалась драм-машина «Лель». Александр Титов на альбоме «Ночь» играет на своем безводовом басу Ibanez MC-940. Данный инструмент записывался без применения комбо-усилителей и педалей, прямо в линию. Презентация программы альбома «Ночь» состоялась 17 марта 1985 года на третьем фестивале Ленинградского рок-клуба. Виктор Цой на сцену вышел без гитары, очень много двигался по сцене, много танцевал. Гитара в руках у Цоя появилась только на исполнении двух песен «Безъядерная зона» и «Ночь», что понесло очень большую критику публики. Несмотря на это, группа получила звание лауреата и приз за артистизм. Андрей Тропила на альбоме «Ночь» играл партии флейты. Интересный факт, Андрей Тропила спел бэк-вокал в финале песни «Игра». В саксофоне играет ныне известный джазово-саксофонист и народный артист России Игорь Бутман. Саксофон можно услышать на трех треках «Видели ночь», «Звезды останутся здесь» и «Мы хотим танцевать». На альбоме «Ночь» можно еще услышать бэк-вокал участников группы «Младшие братья». Они участвовали только в плане бэк-вокала на песне «Мы хотим танцевать». Альбом «Ночь» записывался и сводился на 8-канальный магнитофон Ampex MM1200, который достался дому юного техника благодаря звукорежиссеру фирмы «Мелодия» Юрию Морозову. Весной 1985 года очередная попытка сведения альбома «Ночь» претерпевает неудачу. Плюс к этому добавляется большая занятость Андрея Тропила с комиссиями и проверками. И плюс музыкантам приходилось проходить поздно ночью на сведение, что Цоя очень сильно раздражало. И было принято решение приостановить сведение альбома. Приостановив сведение альбома «Ночь», Виктор Цой обращается к Алексею Вишне с предложением записать новые романтические песни о любви. Алексей соглашается на предложение, плюс у него тогда в студии появился цифровой вибратор, драм-машина и магнитофон с 38 скоростью записи. Окончательное сведение альбома «Ночь» было закончено только в январе 1986 года. После этого было принято решение идти к Алексею Вишне и записывать новые романтические песни о любви, которые должны были стать альбомом «Любовь – это не шутка». К сожалению, Виктора Цоя качество студии Алексея Вишни не устроило, и работа была приостановлена. Скоро музыканты вернулись еще раз в студию, чтобы записать саундтрек для фильма «Конец каникул» Сергея Лысенко.
Первое официальное издание альбома «Ночь» вышло на фирме «Мелодия» в 1988 году на LP. Данное издание вышло по инициативе Андрея Тропила и Юрия Морозова. Оно вышло без разрешения участников группы «Кино». Впоследствии Виктор Цой в одном из своих интервью очень сильно раскритиковал обложку данного издания и назвал фирму «Мелодия» пиратами, которые без ведома музыкантов имеют право издавать все, что хотят. Издание на лейбле Morus Records вышло в 1994 году на CD, а переиздание 1996 года было дополнено саундтреком для фильма «Конец каникул» Сергея Лысенко. В 2021 году вышло переиздание «Твоего антроп» на CD LP. Данное издание вышло впервые с оригинальной мастер-ленты, которая хранилась все это время в доме юного техника. Но минус в том, что данное издание считается контрафактом из-за того, что директор лейбла отделения «Выход» Олег Коврига не договорился с родственниками Виктора Цоя по поводу данного издания, и это издание по законам авторского права должно быть уничтожено. В же году вышло переиздание от Machine Records. Многие фанатов группы Кино очень озадачила замененная фотография Виктора Цоя на оригинальной обложке альбома, но по разъяснению дизайнера Machine Records Данила Масовского, фотографию заменили из-за того, что оригинального снимка, который оформлялась оригинальная обложка альбома, была не обнаружена. Вот такой малоизвестный вариант от Митька Александра Флоренского. Он был нарисован в 1986 году. Еще дополнительно были нарисованы и три других арт-принта для других альбомов Кино.